человеку, которая в этом году нас покинула. Это наш друг, автор-исполнитель объединения «Тульская душа» Наталья Клюпанова. Мы выбрали Днем памяти весенний день, так как она была очень солнечным человеком. И, скорее всего, многие из вас ее знают и помнят. Она была душой компании, любящей женой, прекрасной певицей. Все помнят ее участие в наших концертных программах, да и не только в концертных. Мы благодарим всех, собравшихся здесь. Пусть хоть незримо, но Наталья рядом, в этом зале. И сегодня она будет петь вместе с нами, в душах каждого из нас. Хорош не тот, кто ищет в людях слабость, да и не тот, кто ищет красоту. Хороший тот, кто дарит людям радость, собой излучая простоту. Сегодня в память о Наталье Клюпановой здесь собрались ее друзья, ее муж, наши дорогие артисты, которые ее очень сильно любят. Мы начинаем наш концерт в память Натальи Клюпановой. Просим внимания на видео и для вас танцевальный номер.
Натальи Колюпановой для всех вас поет Светлана. Где, что. Очень добра была человеком, и замечательное у нее было доброе сердце. И в память о ней я бы хотела спеть свою авторскую песню «Душа в душе».
спасибо. Встречаем на сцене юные дарования нашего поселка с танцевальным номером «Одуванчики».
Куда она ушла? Здравствуйте, друзья. Я много говорить не буду. Это очень грустно и печально. Наталья, коллега наша, пересекались очень много, очень такие душевные и тоже настоящие жизненные песни. Светлая память, друзья. Все спутся, по сладу, все закрутся.
стал веселым. Жена.
И тогда он будет воскресать снова и снова в своих песнях, как произошло с Натальей Павловной. Сегодня на воскресе, можно сказать так. Вот. Поэтому я хочу сказать, пожелать всем, чтобы все люди занимались творчеством и не убивали себя различными плохими вещами, которые придумывают злые люди. Потому что в природе все просто. Вот ветра спать.
и за окном, а груз людских удовольствий тянет на дно. Зависимость вредных привычек, глупец решил испить, откупорив мир кайфа, хочет вечность добра убить. Музыка льется в тиши, плывут слова по нотам любви. Следующая песня для женщин, и я хочу сказать вам, что мужчины любят женщин не за прически, не за борца, не за краски, не за пение, а за то, что они индивидуальны, как будто они внеземные. Так называется песня. Приветствую вас, семья. Я зал с теми, кто рядом с вами живет.
Они остались у телевизоров и у гаджетов. Поэтому для вас песня называется «Выбирай». Подсказывайте. Пятый, не пятый. 16.
Убить это мне на танцевале. Не зря танцевали, друзья. Следи в себя, энергии волшебные. Номер 16, держи. Аплодисменты. И третий, последний билет. Номер очень большой, трехзначный. Номер 100. Есть 100 человек. Тоже наш. Вот, теперь скажет, что мы молодцы. Все было честно. Вы верите все? Нет, не верите. За кулисами несколько нарушений перемешано. Следующей весной повторим, и вы достанете бумажку, ладно? Все. Итак, призы в студию. Вот, чайничек. Это что, у вас есть овощи, фрукты? Будете быстро перерезать. И чайничек, и все. Все. Спасибо. Сейчас танцы и в конце день. Все выходят участники. И в финале под ваши бурные аплодисменты танцевальные. Номер Нижегородская проходочка. Слушать, читать хорошие другие, но
попытаться выразить свое. Итак, поем душой, участники концерта на сцену. До свидания.